Всем привет! Мы сегодня будем готовить вместе с вами вкусный фалафель. Замачиваем нут. Для этого нам понадобится замоченный на ночь нут, картофельное пюре, чеснок, лук, любые приправы, какие вы любите. Вот я эти выбрала. Соль, перец и немного масла. У меня масло виноградной косточки. Перекручиваем нут, чеснок и лук. Вот такая смесь получилась. Теперь смешиваем с картошкой. Сколько масла? Ставим в духовку, нагретую до 200 градусов, на 30 минут. Но обязательно смотрите на глаз, у всех духовки разные. Делаем овощной салатик, капуста, редька. Пахнет очень вкусно. Сделаем соус из меда, перца, масла, лимона. Мама, что мне можно покушать такого? Сейчас будет котлетка. Все это можно добавлять сразу в салат, ну, чтобы вы видели, что получилось примерно. Мне захотелось добавить немного зелени. Кажется, у нас готов фалафель. Смотрите, идеально получилось. Это идеальный ужин. Белки и овощи. Приятного аппетита!